Да, кричат они где-то поблизости. Причем я говорю, я вам совершенно это не выдумываю, ребят. Да вообще, я же мистер Правда, елки-палки. Я уже всех перебил, и опять. Так, вот эти белые потухшие, это, наверное, трупы. А может, нет. Но этот вот труп, он все равно обозначается белым, вот. Или нет? А, он здесь, подожди. Нет. Нет. Он не здесь. А, вот он имеется в виду, да? Ну-ка, обыщем. Бинт, опять же. И патроны. Патроны, патроны, это, я считаю, надо собирать по-любому. И вот это пойло. Так, пойло у нас сколько? Съедим одно. Съесть. Ну ладно. Че, вылазим тогда? Нам, походу, уже тогда надо выходить. Надо выходить. Так, ну вот. Вот, понимаешь, знать бы, откуда стреляет, было бы вообще хорошо. Так, судя по всему, сзади. Аккуратно. Так, съедим тогда пока аптечку. Одну, одну. Вот так. Хоп. Все, съели. Так. Ждем, 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 ждем. Нет, я не хочу просто так уходить. Я хочу тщательно со всеми разобраться. Тщательно. Блин. Я, главное, не сохранился. Ёлы-палы. Ёлы-палы. Давай еще разок. Еще разок. Что делать-то? Надо было еще раз сохраняться. Вот. По-любому. Мне кажется, что это не последнее сохранение из моих. Ну да ладно. Так, вот белая точка. Где он может быть? Белая точка. Вот я на ней, на белой точке. Где тут труп? Вообще, ничего не понимаю. Еще и вертушка. А, вон он, подожди, стоп. Сейчас сюда забежит, наверное, в здание. Я так предполагаю. Блин. Ну, надо будет, сейчас мы когда расправимся вот с этими, надо будет сохраниться. Нормально. Блин, ненормально. Это совсем ненормально, ребят. Нет, тут, конечно, с сохранениями все очень криво. Очень.